Вот получил очередную посылку с Китая. Гонконг, магазин Тинадиаль. 9-я по счету, рекордсменка. Потому что шла она 77 дней. Заказал 1 октября, а сегодня у нас 17 декабря. То есть октябрь, ноябрь и больше половины декабря шло. 2012 год. Вот. 1 октября я сделал заказ. Оплатил через PayPal. Вот. Ждал. Прошло 5 дней. Приходит мне уведомление на мою электронную почту. И они сообщают, что посылку выслать вот эту не могут. Ввиду того, что на складе не все товары есть в наличии, которые я заказал. Ну хорошо, жду дальше. Приходит 10 октября. И я получаю уведомление о том, что посылка собрана все в том, что есть в наличии. Ну, в том, что я заказал. И отправлено мне. Вот, штрих-код мне переслали. Вот, и написали, что ждите. Ну, я жду месяц. Приходит 1 ноября. Вот. И мне приходит сообщение, что посылка вышла на снова. И с новым штрих-кодом. Приходит новый штрих-код. Я ничего не пойму, пишу им. Что такое? Один раз, второй раз. Че они мне две посылки собрались послать? Но две посылки никто не посылал. Оказывается, они мне делают такой ответ, что посылка вернулась с таможни Китая, ее не пропустили по какой-то причине. Вот, и они ее отправили мне снова под новым штрих-кодом. Ну хорошо, жду дальше. Вот. Жду, приходит 1 декабря, я им пишу, где моя посылка. Они мне опять сообщение, ждите, выслано, опять же то же самое, что на таможне. Ну вот, сегодня 17 декабря 2013 года. Вот, 13 год. И оказывается, она шла 77 дней, как я говорил. Вот. Ну, посмотрим, такая вот уже замухрыженная, вся измятая. Вот, и теперь, значит, посмотрим, что ж тут в ней есть такое. Уж сильно долго она у нас путешествовала. Сильно долго путешествовала. Дождались. Было и за 19 дней проходили, и за 20, и за 30, но это уже рекорд, 77 дней. Вот, я... Оказывается, что я посмотрел в интернете вот тут вчера, а оказывается, много идет возврата посылок из Китая, в которых находятся батарейки, элементы питания, телефоны, и даже пишут, что отправители возвращают деньги ввиду того, что не могут отправить товар. Ну, мне, как видно, пришла, как видите. Вот, помята немножко тут, вот коробочка эту потом открою. Что тут? Тут у меня должны быть батарейки. Вот, на фонарики, на этот... На все, короче. Вот, на фотоаппарат мне, тут на фонарики. Это тоже на фотоаппарат батарейки позагорелись. Вот поэтому, может быть, по причине вот этого, что присутствовали тут вот эти батарейки, и ее вернули. Вот одни батарейки, вторые. Это потом посмотрим. Светодиоды вот повыписывал. Красный, желтый, зеленый. Так, теперь жене к Новому году получилось подарки. Серьги. Вот. Перстень красивый. Вот посмотрим, что он тут, перстень красивый. О, перстень красивый, но поломанный. Где-то тут еще, ага, о, еще запчасть валяется с него. Вот, деньги уплочены, претензий теперь предъявить некому. Надо тут что-то будет паять или что-то делать. Красивый перстень, но они скажут, что это за счет доставки. Да, он высокий, конечно, 77 дней гулять по белу свету. Тут поломается не только перстень. Вот. Значит, ладно. Что-то может... А может, придется выкинуть. Так. Ну вот, что еще тут у нас? Два колье. Ну, колье. Вроде, что оно тут. Потом откроем, посмотрим. Что оно красивое, конечно. Вроде
запчастей не валяется с него. Это второй тоже вроде все. Все такое, вот цепочка, не знаю, как она тут будет застегиваться. А, цепочка порватая, вот. Смотри, ну. Угу. Или как-то она тут заделается, ладно. Потом, а, как-то защелкивается. Ну, цепочка-то не беда, то можно скрутить, спаять. А вот кольцо, да. Вот такие товары пришли. Два вот таких вещички, колье с наборы с серьгами. Вот, серьги. Перстень поломанный. Вот. Я опять где-то потерял. Ну, диоды, светодиоды. И батарейки. Ну и основное, вот, что я ждал, это вот такая штука. Это на фотоаппарат. На мой. Конвертер, как он называется. Для этого, ух ты, какой мешочек тут. Прям натуральная кожа. Тут понятно, что. Что оно тут? О, как наушник, как наушник. Ладно, потом разберемся, посмотрим, что это. Главное, что он пришел. А, как еще-то глянуть, как он тут. Ага. Ух ты. А ну. Ну да. Ну, вроде стекло. Не поцарапанное, целое. Ну, все, значит. Так, что тут еще? Инструкция и салфетка. Ну и, как всегда, этот поглотитель влажности есть тут. Вот такая посылочка пришла из Гонконга. Ждал 77 дней, рекорд. Ну, пришла. Немножко, конечно, поломки есть. Ладно, все, пока.